С вами видели, это второй день проведения эксперимента по переведению оплаты в подвижном составе Саратов-Горэлектротранс на безналичную оплату с помощью банковских карточек. Пока это эксперимент, он проводится на двух троллейбусных маршрутах, 3-м и 16-м. Цель проведения этого эксперимента – посмотреть, как эта система будет работать в условиях города Саратова, какие возникнут проблемы и сложности, чтобы при полном переходе на эту систему все это учесть и подготовиться к этому. Данные устройства, которые вы сейчас видели и снимали их, любезно предоставлены Газпромбанком, который вот и таким образом спонсировал этот эксперимент, предоставив эти устройства. Сказать, кто именно будет оператором, мы пока не можем, потому что это должно быть результатом объявленного и проведенного конкурса. То, в чем мы сейчас участвуем, это эксперимент подготовка к переходу всех маршрутов Саратов-Горэлектротранс на такую форму оплаты. Первое время можно будет оплатить электронной карточкой, как контактной, так и бесконтактной, обычной банковской карточкой. С течением времени, когда Министерство транспорта Саратовской области тоже подключится к участию в этом мероприятии, будет либо дополнительная транспортная карта, которой будут пользоваться льготники для оплаты своих льготных поездок, либо льготная система также будет подключена к обычным банковским картам. Об этом будет сообщено позднее. Пока вот первый этап этого планируется, это просто использование обычной банковской карты для оплаты обычного тарифа обычного проезда.